Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Крюков Андрей. Я студент Санкт-Петербургского горного института. Вы уже сегодня в ответе на один из вопросов упомянули свое трудоустройство. У меня вопрос продолжения темы. Не планируете ли вы участвовать в избирательной кампании президента в 2012 году? А вы? Я нет. Я подумаю. Времени еще достаточно. Мне думается, что каждый из нас на своем месте должен сегодня исполнять свой долг, работать эффективно. И в зависимости от того, как будет складываться ситуация в экономике, в социальной сфере, будут приниматься соответствующие решения по выборной кампании 2012 года. Но сегодня еще только 2009. И самой большой ошибкой было бы подчинить текущую работу интересам будущих предвыборных кампаний. Тогда это касается и регионального уровня, и муниципального, и федерального. Как только человек начинает задумываться о рейтингах, о которых здесь сейчас говорили, задумываться о том, как он должен был бы поступить в интересах своей будущей избирательной кампании, он сразу будет чувствовать себя связанным по рукам и ногам. И не сможет принимать, может быть, не всегда приятных, но необходимых для экономики и в конечном счете для людей решений. Вот такая свобода позволяет мне вот с коллегами, скажем, из Тверского вагоностроительного завода говорить не в поиске их поддержки в будущей избирательной кампании, а в поиске наиболее оптимальных путей решения проблем предприятий сегодняшнего дня. Говорить прямо, открыто, со всеми проблемами и сложностями. Что касается вашего учебного заведения, то вам можно только позавидовать. Я знаю, что Горный институт в Питере, безусловно, по оснащенности, по уровню преподавания является одним из лучших в мире. И жаль, что об этом мало кто знает у нас в стране. Правда, у вас есть хорошая поддержка в виде тех компаний, которые пользуются кадрами, выходящими из стен вашего учебного заведения. Это энергетические компании, они, слава богу, не жадничают, деньги не жалеют. И действительно, Горный институт превратился, я не побоюсь этого слова, в шикарное учебное заведение. Успехов вам!